Ну, скажу, что провели очень качественный матч, высокий уровень организации игры в обороне. Прежде всего, первый тайм, может быть, где-то не так получалось в атаке, много было борьбы, но считаю, что второй тайм также очень высокий уровень игры в обороне. Ну и в атаке многое получалось, не хватило самого гола только. Забили бы гол, все было бы отлично. И моменты, самое главное, были очень отличные. У Ильнура был выход один в один, еще он там пробивал. Просто, ну, не хватило удачи. Считаю, на мой взгляд, очень качественный футбол. А отсутствие Казаева и Тишкова хватило вот этих ребят сегодня? Не, ну у нас есть и другие футболисты. Конечно, они где-то, может быть, и Тишкин, и Макс, и Ян Казаев там где-то больше играют. Но я считаю, что кто сегодня вышел, еще раз повторю, провели очень хороший матч. Я еще раз повторю, что не хватило буквально удачи. Гола не хватило сегодня. Впереди матч в будний день, в среду, в Ярославле с Шинником. Евгений Игоревич приболел. В Ярославле поедет с командой? Нет. Скорее всего, нет.